В Нижнем Тагиле строителя скандального дома на дереве оштрафовали на 100 рублей. Пенсионер возвел сооружение на вершине двух сосен. Его соседи по даче испугались, что конструкция может рухнуть в любой момент, и вызвали полицию. Потребовали снести так называемый дом, но пенсионер отказался. Заявил, что строил его для всего дачного товарищества и останавливаться не собирается, несмотря на штрафы и жалобы. Теперь в планах строителя мост над местным прудом. Пожарный призыв.